Вчера состоялось большое событие для автомобилистов района. Развязка на пересечении Каширского шоссе и МКАД, за строительством которой мы наблюдали последнее время, открылась. В борьбе с пробками новые развязки, конечно, помогают. Но тут встает другой вопрос – умение быстро ориентироваться на местности. Автомобилисты, к примеру, оказавшись на МКАДе с внешней стороны, недалеко от торгового центра, столкнулись с проблемой – дорога есть, указателей нет. Водителям приходится включать аварийные огни и медленно продвигаться вперед или вообще останавливаться, так как с первого раза понять, куда дальше двигаться, довольно затруднительно. Указательные знаки на съезд пока на этом участке МКАДа стоят только старые, на развязку «Бабочку». И, выезжая со стороны Развилковского поселения, трудно понять, куда ведет новенький съезд. И только проехав по нему, понятно, что попадаешь на внутреннюю сторону кольцевой дороги. Только один новый указатель на той же внутренней стороне кольца помогает водителям определиться с направлением. Так что наша рекомендация – перед выездом на новую развязку изучить внимательно карту, чтобы не создавать заторы на дорогах.